Товарищи солдаты, от имени Дома друзей Достоевского и благотворительного фонда «Подарили Бог миру» поздравляем вас с праздником. Желаем вам всего самого доброго, любви, удачи, хорошей службы. Наш концерт проходит на плацу, поэтому приветствуйте наших артистов. Немножко расслабьтесь. Вам удачи и здоровья. Марат, начинайте. Марат Крымов. Марат Крымов. Лауреат международных всероссийских конкурсов патриотической песни. У него более 10 дисков уже выпущено. Он начинает наш концерт. Друзья, бойцы, я хочу поздравить всех вас с праздником народного единства. Пожелать вам успешной службы, чтобы все пришли домой здоровыми, сильными, настоящими мужчинами. Девчоночка, прости, и своего мальчишку.
мальчишку покрепче обнимай. Ударили и вместе, дружно!